Всем привет! Сегодня буду заливать довольно сложную форму Алёшка. При выборе этой формы мыловары разделились на два лагеря. Кто-то говорит, нет, ни в коем случае работы с пипеткой и прочее, я такое не хочу. Кто-то, наоборот, активно покупает, делает мыло. А мыло получается из нее, конечно же, вообще просто шедевр. Форма сложная, сразу говорю, если вы новичок, вам будет тяжело. Хотя при заливке именно этой формы есть два пути. У нас есть сама формочка, мы видим, что здесь у нас есть и личико, и шарфик, и поясок, и перчатки, и шапочка, и штаники, и ботиночки здесь у нашего Алёшки. На одной стороне, и на другой стороне здесь тоже, видите, и шарфик. Все это надо выделять. Это все мы можем выделить пипеткой аккуратненько. Это будет сложный путь. А можно пойти другим путем и залить личико, потом сделать мраморную обливку и залить каким-то основным цветом. После все вот эти вот шарфики, ремешочки, поясочки, рукавички можно просто выделить или акриловой краской, или каким-то перламутром, который вам нужен подходящий цвет, и тоже будет довольно симпатично. Но я решила все-таки пойти сложным путем и буду работать пипеткой. А вы посмотрите, нужна ли вам такая форма. Форма с сайта «Мыльная вечеринка». Вот так заливала омылками просто, чтобы видеть, где что заливать. Видите? Такая вот она, не маленькая фигурка. Честно говорю сразу, на поток я ее не поставлю на продажу, потому что если их закажут очень-очень много, вот это сидеть все пипеткой разукрашивать и лицо разукрашивать я не хочу. Вот, потому что заказов много, но если вы начинающий мыловар, но уже в руках держите пипетку, то, конечно, я могу посоветовать такие формочки, это привлечет довольно много клиентов, потому что такие вот игрушки из СССР, варежки на резиночке. Это Аленка, она вот чуть-чуть пониже, да, по-моему, ну, совсем чуть-чуть, вот. Аленку буду заливать в следующем видео, в двух видео. Решила этого не делать, потому что будет очень длинное видео. Сегодня у нас вот такой Алешка. У нас есть рукавички, они заливаются первыми, для того, чтобы после форму слишком не выворачивать. Вот. Дальше у нас есть шарфик спереди и шарфик сзади. Дальше нужно залить лицо. Для тех, кто работает пипеткой и кому некомфортно, то есть основа очень быстро застывает в пипетке, даю такой совет: используйте основу белую и прозрачную, ну или хотя бы какую-либо часть прозрачной. Прозрачная основа застывает намного дольше, и вам будет проще. Так, не могу слишком форму открыть, я боюсь, что у меня, ну, поняли, поотпадает то, что я тут наделала все. Лицо, главное, сбрызгиваем спиртом очень издалека, прям совсем пылью, и заливаем мордашку. Не знаю, как вам показать, вот так, да? И вам ничего не видно. В общем, аккуратненько и вот так. Я знаю, что вы ничего не видели, но вот так. Теперь у нас идет темно-коричневый поясок и штанишки. У меня просто была мыльная основа, решила ее взять. Смотрите, видите, где-то вылезла. Ждем 5 секунд, и пока у вас основа не застыла, убираем. Если основа застынет, у вас уберется сразу вся эта линия. Если будет теплая, вы легко почистите. Так, не с руки, залью без камеры, потому что не с руки. Ну и следите обязательно, чтобы основа была у вас жидкая, горячая. И вот штанишки у нас. В общем, такая пипеточная форма, хотя я хочу в этом видео показать и вторую заливку, которая мраморная, которая простая. Посмотрим, как это все будет выглядеть, чтобы вы могли определиться, пока еще время есть все-таки заказать эту формочку. Я считаю, что в мраморной будет не так, но имеет место быть. А вот так вот пипеточной, красивой. Я думаю, что, знаете, красиво будет она смотреться в каких-нибудь стильных зимних композициях с новогодними веточками, с еловыми, с шариками. Мне кажется, будет очень красиво. Вот, тут застыло, то же самое делаю впереди. Поясок и штанишки. Смотрим вперед.
поясок и штанишки. Теперь будем разводить основной цвет для тулупчика. Он должен быть темней, намного темней, чем шарфик. Можно, знаете, даже добавить сюда коричневого. И обязательно уже отдушку добавляем. У меня облепиха вкусненькая. Для чего мы это делали? Для того, чтобы прикрыть сейчас вот эти вот все наши слои. Иначе, если я налью со стакана, все вот эти тоненькие шарфики и поясочки просто растают. Сбрызгиваю спиртом и буду покрывать чуть-чуть. Так, не спеша, и тоже пипеткой. Смотрим, что получилось. Вот так вот здесь все. И здесь все прикрыто. Дальше идет шапочка. Я ее сделаю серой, с таким намеком на чуть коричневый оттенок. И отдушку. Все, основа это у меня останется после шапочки. Я добавлю сюда еще чуть-чуть черного пигмента, чтобы затемнить. И это будут сапожки уже. Спирт и точно так же прикрываем личико, чтобы оно не растаяло. Осталось почти ничего. Скрепила форму резинками. Спирт. И смотрим, чтобы вот эта вот наша основа, которую я подтопила, не была слишком горячая. Прикрыть прикрыли, но все равно. Смотрите, чтобы кипятком она у вас не была. Так. Надеемся на то, что нам хватит. Заливаем не полную форму. У нас тут, видите, сапожки, то есть до сапожек. Чуть-чуть постучим аккуратненько и наливаем до конца. Так. Все, затемняем. Наш цвет от шапочки. Чуть-чуть спирт. Выливаем. Это будет первый ребенок, которого я сварила. Я надеюсь, он получится. Давайте смотреть. Мне очень страшно. Смотрим вместе. Шарфик чуть-чуть подправим. Вес мальчишки 65 грамм, но в высоту он такой вот совсем не маленький. Вот, чуть-чуть подправила ему шарфик, а так в целом проливается формочка очень даже хорошо. Но заливка, чтобы было красиво пипеточное, можно заливать, как я уже сказала в начале видео, выделить личиком, например, белым цветом и основным цветом. Все остальное просто подкрасить. Тоже будет красиво. Ну и вот он, вот такой Алешка у нас получился. Вернее, у меня. Знаете, еще можно добавить такой акцент, взять... Например, белую акриловую краску. Только вот не знаю, хорошо будет или плохо. Прям вот чуть-чуть ее на пальчик и ну вот так по опушке чуть-чуть пройтись. Как бы, да, снежок, детвора на улице поиграла. Мне кажется, вот так вот. Мне нравится. Классный такой. Все, мы будем с Алешкой прощаться. Всем хорошего сезона, мира и добра. Всем пока!